Большой праздничный концерт, приуроченный к Дню славянской письменности и культуры, в минувшую субботу состоялся в Иванове. Впервые этот праздник так широко отметили в нашем городе. На центральной площади областного центра под открытым небом выступили лучшие хоровые коллективы области. Несмотря на жару, на свои заботы, на свои, может быть, личные какие-то решения проблем, мы все вместе. Представляете, это замечательно, что в одно и то же время во всех регионах нашей великой, прекрасной страны сегодня будут поступать лучшие хоровые коллективы. Требования к репертуару в праздничный день предъявлялись особые. Предпочтение давалось известным отечественным композиторам – Чайковскому, Глинке, Дунаевскому, Рахманинову. И, конечно же, исполняли эти произведения самые красивые голоса нашего региона. Основой всего этого сводного хора является хоровая капелла под управлением Жуковского и хор музыкального училища колледжа. Но здесь у нас и хор ветеранов, у нас здесь хор из Фурманова под управлением Иорданского. То есть мы, пожалуй, несколько десятилетий уже не собирали такого большого состава хор. Общее количество участников праздничной программы в субботний день превысило 400 человек. Коллективы сменяли друг друга на импровизированной сцене. Ступени, ведущие во дворец искусств, как нельзя лучше подошли для размещения хористов. Живым исполнением ребята радовали ивановцев полтора часа. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.